Всем привет! Мы находимся в Утаковском ущелье. Вот у нас начало маршрута на Бутаковский водопад. До Бутаковского водопада можно дойти разными способами. Можно дойти с Медео 6,5 километров. От хижины лесника. Или подняться от Достык в сторону микрорайона Бутаковка, проехать экопост и очутиться вот в таком прекрасном месте. Здесь у нас сейчас речка. До Бутаковского водопада идти недалеко от ущелья самого. А Бутаковский водопад у нас был назван в честь лесника, который здесь проживал. В 1917 годах, если я не вру, память если не изменяет. Здесь лошадка, вот что еще можно сказать. Сам Бутаковский водопад имеет высоту 20 метров, а находится на уровне 2200 метров. Сам маршрут ведет такая дорога. На всем пути встречаются такие беседки. Скамейки. Маршрут не тяжелый. Подойдет для всех, кто любит водопады и кто не любит тяжелые подъемы. Я поднимаюсь один, пока никого не встретил. Поднимемся чуть выше и подключимся оттуда. Через 10 минут мы дошли до таблички, где есть надпись Бутаковский водопад. И также хочу заметить, что отсюда, если пойти влево, вы выходите на пик Букреева дорогу. Вот смотрите. На Бутаковского час.
То есть идите дальше прямо, налево не уходите. Как-нибудь запишу видео. На пик Мукреева. И дальше полностью малая кругосветка. Чтобы вам было интересно посмотреть, как пройти этот маршрут. А пока у нас Бутаковский водопад. Не так круто, конечно, но тоже красиво. Отсюда начинаются уже такие каменистые тропы. Смотрите под ноги. Чуть выше дорога будет разделяться направо, налево. Вот идите налево. Вот видите, зеленые. И поднимаемся вот выше. Тут у нас беседочки. Дальше у нас будет тропа через елочки под, получается, елками. И мы дальше выйдем на поляну. После поляны будет мост, по которому нам нужно будет пройти к, ну, то есть перейти речку. Дальше будет подъем уже на сам водопад. Вот, давайте встретимся уже возле моста. Здесь вот можно держаться за поручни, чтобы не упасть. Сверху то же самое. Держитесь за поручни, и подъем, спуск будет безопасный. Вот мы прошли деревья и открытую поляну и выходим к мосту. Вот у нас знак. Спускаемся к мосту, проходим мост, и буквально 700 метров подъема наверх. Это 15-20 минут активного подъема. Вы подниметесь уже на водопад. Самое главное при подъеме смотреть под ноги, потому что там есть камни. Потом каменистая дорога превращается в тропу такую с травой. Ну и дальше уже водопад. Вот нам туда. Здесь речка, покажу. Обожаю звук реки. Успокаивает. Ну все, теперь встретимся уже на водопаде. Всем удачного подъема. Тех, кто проделал путь, ожидает вознаграждение в виде красивого водопада.
красивый вид, красивые фоточки. Вот мы уже почти подошли, буквально осталось немножко. Так. О, никого нет. Это мне нравится. Все, можно подняться прям до упора и делать фоточки прям рядом. Здесь табличка 259. Немножко обманул вас, но надеюсь, вы мне это простите. Так, посмотрим, что там у нас наверху. Вау. Отличный душ. Жаркое лето. Если понравилось видео, ставьте лайки. Все, увидимся в следующем видео. Всем пока!